от по поручению мэра города Череповца я поздравляю вас с наступающей 234-й годовщиной Дня нашего города. Следующий год у нас юбилейный, но и в этом году наш город молодой, энергичный, развивающийся. Мы не стоим на месте, идем вперед, открываются детские сады, ширятся наши улицы, открываются транспортные развязки, открываются и много делается, что и по здравоохранению, и по образованию, и во всех сферах нашего города у нас происходит движение вперед, и так мы будем двигаться и дальше. Следующий год юбилейный, не буду рассказывать все секреты, он принесет такое же, даже не такое же, а гораздо больше подарков, и жизнь в нашем городе для вас в том числе, и самое главное для вас, она станет немножко лучше, она будет становиться с каждым годом. Я хотел бы, чтобы вы чувствовали себя здесь, действительно в этом городе хозяевами. Все, что делается здесь, это делается в первую очередь для вас. Для нас это очень важно, это не пустые слова.